US Open – самый инновационный турнир большого шлема. В 1970 году здесь впервые на мейджорах сыграли тайбрейк. Спустя 5 лет провели вечерние матчи при искусственном освещении, а в 2006 задействовали систему Hawkeye. На протяжении 25 лет американцы сотрудничают с компанией IBM, напичкавшей турнир технологиями под самую раздвижную конструкцию. Одна из флагманских разработок IBM — суперкомпьютер Watson, управляет чуть ли не всем турниром. Это система искусственного интеллекта, которая самообучается, слушает вопросы и отвечает на английском языке. В распоряжении Watson 90 серверов с 4 8-ядерными процессорами и 15 терабайтами оперативной памяти. Суперкомпьютер самостоятельно собирает видеообзоры матчей и создает нарезку на основе исторических совпадений, звуков толпы и эмоций игроков. Человеческая модерация практически не нужна. Если Watson замечает в контенте элементы насилия или секса, то тут же сигнализирует об этом.